И сейчас новость для будущих родителей. Материнский капитал будут выплачивать и в 2017 году. Такая статья расходов предусмотрена в бюджете, заявила сегодня в интервью «Тартас» вице-президент правительства Ольга Голодец. За рождение второго и последующих детей семьи получат сертификат. Сейчас сумма выплат составляет более 400 тысяч рублей. Напомню, программа по выплате материнского капитала должна была прекратить действие 31 декабря 2016 года. Вот только в Минфине слова Голодец пока опровергают, заявляя, что интервью тому же ТАСС, пока данный вопрос не рассматривался.